Здравствуйте, вы смотрите программу «Разговор по душам», с вами Галина Топилина. Готовиться к чему-то новому, предвкушать и мечтать о больших переменах – здорово. Это дает силы и энергию, будоражит воображение и делает человека целеустремленным. Но есть и обратная сторона, когда перестаешь жить здесь и сейчас, откладываешь настоящую жизнь на потом. В психологии есть такое понятие – синдром отложенной жизни. Об этом и поговорим сегодня. С нами в студии психолог Ксения Дубинина. Ксения, здравствуйте. Добрый день, Галина. Добрый день, телезрители. Ксения, вот у каждого, ну, у большинства работоспособного, активного населения есть такое выражение. Вот выйду на пенсию, и дальше следует что-то, вот, о чем человек мечтает, чем бы давно хотел заниматься. Там, начну путешествовать. Отдохну, наконец, да. Высплюсь. Высплюсь, буду рисовать, там, начну выращивать кабачки на огороде, да? Да. Ну, это ли не тот самый предвестник отложенной жизни? Вот получается, у нас люди не умеют и не хотят жить здесь сейчас? Глобально, да, подошли сразу к такой сегментации, когда у нас ждут пенсию. И такое ожидание, оно может достаточно рано начаться. Из разряда там в 20 лет уже люди вот на пенсии, это я точно отдохну, в отпуск куда надо съезжу и высплюсь точно. А то сейчас дети маленькие, и на учебу надо вставать, на работу каждый день. А, действительно, ну представьте ожидание в 40 лет. Мне кажется, врагу не пожелаешь. И вот так сам синдром отложенной жизни, он был на самом деле впервые введен российским отечественным психологом еще в 90-е, Владимир Сиркин. Исследовал он жителей Крайнего Севера, и даже не просто жителей, а тех, кто вахтовым методом работал. И у такого трудоспособного населения и наблюдались предвестники этого синдрома. Когда люди очень много работали вахты, ну, представляем, да, но с вами. Ну, в этом и суть, да, вахтовая. Ну, да, работа. Вот они много-много работают, допустим, по 2-3 месяца, и потом какой-то короткий срок, недели 3 отдыхают. И в большинстве своем причиной такой трудоспособности было либо купить, наконец-то, свое жилье в родном городе, либо переехать в теплые края. Однако, когда это не наступало, с течением годами появлялся тот самый невроз отложенной жизни. А в чем он выражается, этот невроз? Какие симптомы могут быть у этого синдрома? Предвестники, они все на самом деле в бытовой плоскости находятся, когда мы с вами даже не работая в местах Крайнего Севера, мы с вами просто в понедельник можем прийти на работу и понять, что вот скорее бы пятница. Ну, желательно там без 15:04, да, те, кто работают в плоскости 8:05, меня сейчас поймут. Потом мы очень ждем, например, каких-то праздников. Вот свой день рождения понятно, ну, например, Нового года. И из разряда лето закончилось, к лету готовились, вот сейчас Новый год будем ждать. Вот такие маленькие звоночки, они могут быть. А это разве не помощник, наоборот, вот в череде однообразных будней скучных предвкушать и ждать чего-то? Когда у нас с вами, как и везде, да, та самая прекрасная золотая середина, мы проживаем здесь сейчас, наша неутолимое, настоящее, которое действительно никуда от нас не денется. И да, мы ожидаем, возможно, уже покупаем подарки заранее для близких и любимых нам людей, но мы не переносим свое внимание и фокус туда, не центрируем его полностью на приближающемся, например, в августе, Новом году. Мы проживаем жизнь здесь и сейчас. В синдроме несколько иная центрация, мы только ради этого, по сути, и живем. Угу. А получается, все-таки в современной жизни у нас каждый подвержен этому синдрому? В большей или меньшей степени, да. Вопрос в том, насколько мы уделяем этому внимание. Вообще принято кластеризировать этот синдром в зависимости от даже бытовых каких-то наших ситуаций. И одна из самых больших категорий – это синдром с таким намеком «ипотечный синдром». Думаю, большинство, да, из нас когда-то либо брали такой кредит, либо будут брать, или сейчас закредитованы, и ничего плохого в нем нет. Это возможность приобрести, наконец, ту самую недвижимость. Однако, если мы понимаем, что, беря этот кредит, мы делаем для себя комфортный платеж, понимаем, что да, это обычно это десятилетие, и в свете того, да, как столько что стоит, это там даже 30 лет, и мы понимаем, что эти 30 лет мы не хотим прожить в погоне за той самой квартирой, которая станет нашей, мы хотим и жизнь еще жить. Однако вот у меня есть из частной практики пример, когда клиент, достаточно обеспеченный мужчина,
взял такую ипотеку на загородную недвижимость и настолько себя ввел в состояние невроза того, что ему нужно быстрее расплатиться с банком, что не позволял себе даже маленьких радостей. И пришел он, в принципе, с запросом на то, что близкие заметили, что он ведет себя очень странно. Он стал напряженным, тревожным, он начал срываться на близких, если так бытовым языком говорить. И из разряда вот такого простого примера он просто не мог позволить себе там одно печенье определенное любил, и он его просто не покупал, потому что все абсолютно нацелит туда. Вот эта вот ипотечная каста тоже есть. А еще одна кластеризация — это такой директорский стиль в синдроме отложенной жизни, когда люди, карьеристы, очень хотят какую-то должность получить. И абсолютно все силы бросают на ее достижение. В частности, это может быть и личная жизнь, и дети, мужья, жены отодвигаются на последний план, потому что мне сейчас, например, очень важно стать начальником там, управления, например. Либо, если это самозанятый, заработать там, первые свои 100 тысяч, 200. Однако, насколько путь будет длинным, непонятно. И все силы на это затрачиваются. Но жизнь проходит. Нельзя быть сильно целеустремленным. Гипертрофировано целеустремленным. Психологи говорят, что все идет из детства, но вот здесь вы привели пример, не пример, а вот исследование изначально, что на людях, работающих на Крайнем Севере. То есть это все-таки во взрослой жизни формируется или из детства предпосылки уже какие-то? Как всегда, есть и примеры, когда это формирование из-за образа жизни либо профессиональной жизни, также и моменты, когда у нас это формируется еще и в детском возрасте. Есть одна такая интересная притча, она вот формирует вообще наши какие-то детские привычки и детское мировоззрение родителя. Молодая семья, молодая пара, недавно поженились, решили приготовить рыбу. И муж спрашивает у своей супруги, почему ты обрезаешь голову и хвост? Она говорит, ну, мама так делала всегда, и я так делаю. Ну, почему? Не знаю, давай у нее спросим. Они спрашивают, они говорят, не знаю, бабушка все время так делала, и, ну, я так тоже делала. Они приезжают к бабушке, и та им говорит, на самом деле у меня была вот такая плита, и полностью рыба туда просто не помещалась, поэтому приходилось обрезать. Поэтому вот такой, с помощью притчи можно и понять, как формируется наше детское восприятие даже модели жизни. Ну, давайте про детей поговорим. Все-таки что родители делают такое, что в ребенке формируют задатки вот этого вот синдрома? Какие, может быть, ошибки они допускают в воспитании? В каком возрасте это все проходит? Ну, наверное, самые такие классические примеры, когда у нас есть одежда на выход, и которую там даже трогать нельзя, и она только для определенного события, праздника, там, Нового года. Ее можно примерить, но в ней нельзя ходить. В том числе у нас есть, наверное, у всех посуда, как у бабушек, дедушек, так это вообще, наверное, было трюмо. Тут, когда в гости вы приходили, у них в этом трюмо ряд сервизов, там фарфор или еще, может быть, какие-то, то у моих бабушки с дедушкой такое было. И над ними даже дышать было нельзя. И тем самым и родители формируют то, что есть какой-то элемент сакрального счастья, но где-то потом и под что-то особенное. Вот так у ребенка и закладывается, что в принципе, элемент чашки, он для того, чтобы пить. Но родитель может наделять и тот самый бытовой предмет какой-то даже магией того, что это на потом, когда наступит что-то хорошее. И потом мы, вырастая, уже сами начинаем откладывать действительно. Вот когда будет у меня отпуск, вот тогда я отдохну, а сейчас я должен максимально сильно трудиться. Как будто бы счастье должен заслужить. Мне встречалось такое выражение, что синдром отложенной жизни — это проживание черновика собственной жизни. Что это означает? Ну, на самом деле, вот и ряд моих клиентов в практике я встречаю, что они действительно по своим ощущениям проживают черновик, и как будто бы завтра или, допустим, с понедельника начнется чистописание. Сейчас действительно можно забыть о том, что после работы нужно вовремя вернуться домой. На выходных желательно бы выйти из дома, да, прогуляться, независимо, есть у тебя собака или ты, например, пообещал ребенку. А они откладывают это, ну, как будто бы на потом, на более благоприятное время. И в каком-то картине мира, где жизнь более прекрасна, вот тогда уж они и заживут. Как пример с пенсией, да? Но здесь можно и на выходные перенести. Мне вот кажется, что, опять же, пример с сервизом, с одеждой, которая только на праздники надевается,
Мне почему-то кажется, что все-таки это больше осталось в прошлом, именно в советское время, вот это вот трюмо с посудой. Сейчас современные люди все-таки, вот это уходит уже, практика такая, мне кажется, и воспитание детей. Что психологи думают об этом? Все-таки это больше приверженность именно тех времен, когда и жизнь была посложнее, и люди были вынуждены именно таким образом, такой образ жизни вести. Ну, это, наверное, самый такой пример, когда люди готовятся к новогодней ночи, да, встрече Нового года, и наделяют салат оливье какой-то магической силой. И я всегда помню, когда была ребенком, мы, допустим, мы хотели что-то попробовать до наступления этого часа икс, но это было под определенным запретом, потому что нужно было дождаться. И, возможно, да, уже нет того самого трюму, может быть, в гостях у бабушки оно остается, а родители, которые, ну вот даже смотрят ваши эфиры, смотрят в интернете какие-то развивающие лекции о том, каким нужно быть родителем, чтобы твой ребенок был счастливым. Действительно, это может и, так скажем, рассеиваться. Но, к сожалению, вот повторюсь, в моей практике такие кейсы, они встречаются. А чтобы не формировать у ребенка вот такой вот, вот этот вот синдром и задатки этого синдрома, все-таки какой образ жизни надо вести? Надо разрешать все, что он хочет здесь и сейчас? На самом деле, мое любимое, воспитывайте не ребенка, воспитывайте себя. А ребенок максимальным таким лекалом и как копирка ваша потом становится. Так вот, если вы сами свою жизнь откладываете, условно, вот сейчас мы на квартиру накопим и наконец-то заживем. Вот на пляж пока не могу пойти, пока складочки на животе. Это вот такие разные кейсовые ситуации. Так ребенок же и не способен еще понимать вот эти вот наши... То, что в зависимости от возраста. Конечно, трехлетний ребенок, он пока и не понимает, да, почему тут эту чашку не дают и чем она отличается от моей обычной. А когда мы, например, живем вместе с подростками, там пубертатный такой период, конечно, девочка считает это уже у мамы, что она вот какие-то комплексы в себе проживает. Проживает там или прорабатывает. Не наделяйте вещи тем самым каким-то невероятным смыслом, которым они не владеют. Если ребенок... Позволять все, конечно, дорога в никуда. Она очень такая скользкая. Здесь нужно много выставлять таких ориентиров ребенку, чтобы не перейти в такое, да, деспотичное взаимоотношение с ним. Не наделяйте то самое платье на утренник какой-то небесной силой. Разрешите, если ребенок очень хочет в нем покрутиться, покружиться до этого дня. Поверьте, у него будет гораздо больше удовольствия, пойти чем когда... Пойти гулять на детскую площадку, там испачкать и порвать. Ну, если после утренника, то почему бы и нет? Вот смотрите, здесь есть такой толерантно-демократичный подход в родительстве, когда это позволяется, это принимается без наделения вещей тем самым смыслом. И есть, когда это переходит в более такой деспотичный материальный подход, когда каждая вещь, даже игрушка, она приобретается и там, условно, уже ребенок не может в нее играть как хочет. И таким образом там сломать ее или что-то. Родитель все время его корректирует, все время ставит какие-то границы. Поэтому я всегда вот родителям в беседах, такие, наверное, направители, что если, опять, да, кейс, мы выходили из дома с дочкой, и нам попались в зимний период то папа и маленький мальчик. И папа рассказывал ребенку о том, насколько дорогие перчатки, которые на ребенке. Да, действительно, сейчас очень такая, да, по стоимости, если дорогая одежда. Но поверьте, ребенку все равно, какой на ней бренд. И тем самым это вы наделяете ее смыслом. А для ребенка это защита от снега. И поэтому вот, да, вот какая-то такая моя немножко расплывчатая рекомендация. С вещами понятно. А как научить ребенка целеустремленности, чтобы ставить какую-то цель, достигать ее, идти к ней? Это не формирует синдром отложенной жизни? Что вот мы должны там сдать экзамен или поступить в музыкальную школу, мы должны готовиться, не ходить гулять, музицировать каждый вечер. Ну ладно, это слишком, конечно, притрофировано, но
Но тем не менее, как научить ребенка тогда? Ну, на самом деле, вот это просто такое количество кейсов, когда дети отучиваются в музыкальной школе для мамы, а потом никогда не подходят к инструменту. И здесь мое такое наставление родителям, что все должно быть по любви и от любви. У каждого ребенка и у каждого человека, я считаю, есть талант и предрасположенность к чему-либо. Однако мы еще в предыдущей передаче говорили, если мама всю жизнь хотела музицировать, а она рисовала, то в своем ребенке она будет этого музыканта растить. И однозначно, и даже есть такие специальные тестирования, которые позволяют выявлять, к чему ребенок больше предрасположен. Вот родителям рекомендую на них какое-то время походить вместе с ребенком, чтобы выявить, да, векторы, куда ему интересно. Целеустремленность, как и здоровое планирование, оно очень близко к постановке целей по смарту. Когда цель становится измерима по времени, соизмерима по ресурсам. И если родитель видит, что поступать на физмат ребенок физически и ментально, умственно не может, то я считаю, не нужно его мучить. Как бы вы этого не хотели, нужно исходить от того, что нам дано. И любая цель, будь то на этих выходных мы хотим съездить в зоопарк, поэтому давай мы с тобой вместе дома уберемся, чтобы на выходные у нас было для этого времени. И здесь ваша цель, она привязывается к стимулу и еще привязывается к тому, что вы тоже это будете делать. Так можно перенести абсолютно любую формацию. Ну, вот я только против, наверное, материального такого шантаж а-ля мотивация. Вот лучше, чтобы это было нематериально. А мне еще встретилась такая информация, что синдром отложенной жизни — это про боязнь неудач и страх перед чем-то новым. То есть человек, он проживает свой какой-то уже заученный, привычный сценарий и боится совершать ошибки, поэтому, ну, боится чего-то нового. Вот это так и есть, что психологи об этом думают? Будущего еще нет, прошлого уже нет, настоящее, оно неумолимо, и мы не можем его даже поймать. Единственное, что мы можем сделать, это понять, где я, кто я и что я сейчас делаю, порефлексировать вот здесь, сейчас, да, чтобы понять. Страх неудач, конечно же, он есть. Надежда на то, что где-то завтра, послезавтра будет отлично, она снимает с нас ответственность. Это же не сейчас происходит, это когда-то будет, я как будто за это немножко не отвечаю. И есть здесь такая несколько инфантильная позиция. Поэтому, да, страх неудач, он и подкрепляет этот синдром для того, чтобы он в человеке и дальше жил. Угу. А что-нибудь можно с этим сделать, чтобы... Ну, это, соответственно, следующий вопрос, как побороть этот синдром, видимо, да? Чтобы не было ни страхов, ни удач, и не накладывал отпечаток на жизнь. Что с ним сделать, с этим синдромом? В таком синдроме всегда есть какая-то цель. Она бывает иногда абсолютно несоизмерима с жизнью человека, и она не привязана даже к его тому, что ему дано, да, к его таланту, либо к его настоящей деятельности. Так вот, чтобы не полностью убрать хотя бы этот синдром, а чтобы как-то себе помочь снизить ту самую неврозность, которая может возникать, попробуйте из глобальной цели сделать несколько целей, но более измеримых. Попробуйте ответить на вопрос, что я хочу, мой любимый вопрос, да, что ты хочешь, и попробовать глобальную свою цель подразделить и съесть ту самую цель по кусочкам. И тем самым ваше бессознательное будет принимать тот факт, что если я справился с одним участком своей работы, вот этой вот маленьким шагом к цели, я смогу осилить и весь путь. Например? Ну, например, есть достаточно большое количество в моем окружении таких карьеристов, которые очень долго не выходят замуж или не женятся, исключительно ради того, чтобы люди рядом, они никоим образом не помешали их карьерному развитию. И вот на пути к цели, например, начальника отдела проходят годы, там в женских кейсах они отдаляют становление быть мамой, в мужских кейсах просто отдаляют семью. Так вот, в таком пути я предлагаю ставить себе такие, как реперные точки, где вы будете отдыхать. И сделать это нужно абсолютно намеренно. И на пути к успеху, например, вы проходите много обучения, вы принимаете участие на важных встречах, берете на себя сверхответственности. Однако в вашем календаре четко выстроились выходные дни. И в эти выходные дни вы час-два посвящаете только себе и своему отдыху.
И бессознательно вы даете понять, что я с курса не сбился. Цель она есть, она видна. И вместе с тем я позволяю себе немножко расслабиться. И сделать это нужно так же серьезно, как вы запланировали стать, например, начальником отдела. И от этой цели уходить нельзя. Вот запланировали сходить там, в Третьяковскую галерею или там вечером куда-то в ресторан, обязательно нужно это сделать. Еще лучше, если это будет в компании. А как убедить мозг, что вот этот день, этот выходной, я должен отключиться, я должен расслабиться? Это же все равно держит в напряжении. Обычно, вот, и это было в исследовании Владимира Серкина, о том, что когда мы очень сильно-сильно какое-то время находимся в напряжении, происходит дихотомия, когда нам с вами намеренно придется расслабиться. И организм сам подскажет, как это сделать. Обычно это происходит, что люди просто в какой-то момент очень сильно сваливаются от усталости, там поднимается температура, и организм говорит, не хотел отдыхать постепенно, поэтапно, вот выходной 2 часа, давай-ка, милый, ложись на пару дней, отдыхай. Поэтому здесь лучше намеренно и сознательно себе сказать, что вот эти 2 часа из моего графика, они никоим образом мою цель под сомнение не поставят. Угу. Раз уже начали про последствия, давайте, может быть, еще расскажите, пожалуйста, к чему могут привести, может привести вот этот вот синдром, вот это напряжение от этого синдрома. Может быть, соматические или ментальные какие-то заболевания, последствия. В самом исследовании северных таких историй, да, не было выявлено серьезных патологий. Например, если в синдроме отличницы в гипертрофированной форме мы с вами можем наблюдать и такие очень серьезные, да, какие-то и ментальные нарушения, то здесь это больше сводится к повышению тревожности и к снижению самооценки. Потому что, в принципе, весь синдром, он еще на чем строится? Какими глазами мы на себя смотрим? Потому что каждый день, да даже каждый час, посмотрев в зеркало, посмотрев на результаты своей работы, мы чьими-то глазами себя оцениваем. Эти глаза могут быть чьими? Нашей мамы, если мама любящая и заботливая, то мы как будто бы ее глазами смотрим и говорим, «Ксюш, молодец, вот тут не дотянула, но можно поработать». Если эти глаза мамы, которая была критикующим родителем, то комплиментов впереди не будет, будет только вот здесь нужно доработать, а вот здесь вообще не дотянуло, очень плохо. Мы можем смотреть глазами какого-то, на какой-то идеальной версии себя, которая опять будет указывать на недостатки. И вот здесь эти последствия, кем мы на себя смотрим, могут и нашу самооценку снизить, а сниженные самооценки и неуверенность в себе, которые не позволят нам проявиться лучшим образом. А кем лучше смотреть на себя? Самим, какой ты есть. Вот не лучшей версии себя, не худшей, а такой, какой ты здесь, какой ты есть. Нет сейчас той самой заветной должности. Ничего страшного, мир не рухнул. Квартира еще пока до конца не выкуплена. Ну, всему свое время, график платежей расписан. Живи здесь и сейчас. И вот на самом деле показательный кейс такого, не то чтобы синдрома отложенной жизни, а вообще такого значимого элемента в жизни. Это спортсмены, в частности, олимпийские чемпионы. Когда с малых лет, там, с 3-4, идет глобальная подготовка к олимпийскому золоту. Ну, вот прям пример именно олимпийского чемпиона. И зачастую, когда я смотрю интервью с ними, вместе с пьедесталом на пьедестал заходит полное опустошение и полное непонимание, что же будет завтра, вот когда я его уже получил. Вместе с тем были абсолютно суровые будни того, как проходило детство или его отсутствие у такого человека. Получается, надо как-то научиться оправдывать себя и свои неудачи? Принимать свои неудачи. А как это сделать? Оцените, насколько вот то, что вы не получили, было важно в шкале от 1 до 10. Конечно. Ну да, если я стремлюсь к этой цели, если она мне нужна, и вот не получилось, ну... Кстати, вот еще с синдромом отложенной жизни часто встречаются домохозяйки, которые ушли с работы, будучи успешными, одна из таких, да, кластеров, и посвятили полную свою жизнь заботе о супруге, заботе о детях, либо, если детей нет, заботе о доме, и полностью его вот так вот, как создание домашнего уюта. И вот часто такие домохозяйки полностью ставят на кон счастье, благополучие своей семьи, абсолютно забывая о себе.
И здесь, когда они встречаются с тем, что ужин приготовлен так же, а восприятия и благодарности нет, они могут это воспринять как неудачу. Однако, да, вместе с тем, по шкале оцените, насколько сейчас вы вот эту ценность наделили, это, да, той ценностью, которой нет на самом деле. И что это даст? Через время, конечно, сразу волшебной таблетки не бывает ни от чего. Но через время будет понимание того, что вам и о себе нужно не забывать. И, например, если мы говорим о домохозяйках, обязательно выделите для себя время для того самого золотого часа мамы, когда час к вам никто не подходит. И вот здесь есть мой любимый такой анекдот про то, что одна мама с большим опытом закрывалась раз в неделю на час, и никто не знал, что она делает за дверью. И билась посуда, у мужа там срочно ему нужно было ее, чтобы она галстук погладила, детям, чтобы она выучила уроки. Но она не выходила этот час. И вот, значит, в один из моментов какая-то там дети мяч пнули, дверь слетела, и они смотрят, а их мама пьет кока-колу и смотрит свой любимый сериал. И они спрашивают: мама, ну у нас там такое, а ты к нам выйти не хочешь. А она говорит: дети, я делаю вам счастливую маму. И поэтому счастливый золотой час у каждой мамы свой, но им обязательно нужно пользоваться. И предупредить своих домочадцев, да, что это мой час. Да, да, что это такое золотое время, я буду больше восстановленной, ресурсной. И когда мы с вами восполняем ресурс, мы с вами его можем и отдавать. А как распознать у себя этот синдром отложенной жизни? Однозначно, многие сейчас, возможно, себя уже немножко прочувствовали в каких-то эпизодах. Нужно ответить на вопрос, прежде всего. Мы все в понедельник можем ждать пятницу, это нормально. Но насколько часто вы у себя это замечаете? Уже это каждый понедельник? Мы же не можем не ходить на работу, да, в большинстве своем, или в школу, или в институт. Но как часто вы это замечаете? Как быстро после наступления там, Нового года, дня рождения, гендерных праздников, вы опять ждете такого прекрасного, приятного события, чтобы порадоваться? Вот как часто вы у себя это улавливаете? И если шкала от 1 до 10, она близится к 10, то, конечно, мы можем понять, что у нас такой синдром есть. Угу. Ну и в завершение нашего выпуска расскажите, где можно посмотреть со стороны на людей с синдромом отложенной жизни, вот ваши рекомендации фильмов на эту тему. Мой любимый фильм — это классика советского кинематографа «Где находится Нофелет». Я думаю, всем очень хорошо знакомый фильм. Главный герой Владимир Меньшов в таком находится расцвете, когда он работает, а его мама с папой очень ждут внуков. Жизнь его, да, кардинально меняется, когда приезжает Панкратов Черный к нему. Не помните этот фильм? Ну, что-то так смутно. И, в принципе, он вносит в жизнь нашего главного героя очень много красок. А он как раз-таки и живет. Работа, дом, никакой радости, потому что и так все хорошо. Вот телезрителям предлагаю последить за жизнью героя до и после, до встречи и после. Ни в коем случае не предлагаю действовать как второй герой. Такая там наблюдается небольшое разрушение своей семьи. Исключительно как Владимир Меньшов. Смотрите, и это вот такой показательный пример синдрома отложенной жизни. Спасибо большое, Ксения. Ну, через неделю мы продолжим говорить о синдроме отложенной жизни. А на сегодня это все. Вы смотрели программу «Разговор по душам». Всего доброго. До свидания.